кители, медали, строгие лица, короткие цитаты. Они – люди дела, а не слова. Доказали это тогда, в апреле 86-го года. Одинцовские герои Чернобыля встречают гостей в фойе администрации. К сожалению, некоторых уже нет с нами, но они продолжают работать. Они заняли вот эту вот вахту, на нее встали, да, и продолжают крепить безопасность. Эта книга про них. Целыми днями не снимать респираторы и работать в экстремальных условиях. Перед ликвидаторами последствий Чернобыльской аварии стояли, казалось, непосильные задачи. Но они справились. Отключали оборудование, разбирали завалы и спасали людей. Героями себя не считали, трудились на благо людей. Вот когда начинаю ему говорить, он мне просто говорит: «Да какой я герой? Я простой человек, который просто работал». И вот начинаешь ему объяснять, говорить, что данная вот книга, она же не для тебя, как героя. Она должна, как героя, должна почувствовать именно дети, внуки, подрастающее поколение. Идея создания книги «Одинцовские герои Чернобыля» появилась еще в 2019 году. Сбор информации стал одним из самых непростых этапов ее создания. Ведь ликвидаторам предстояло еще раз оживить в памяти страшные воспоминания. Жили мы в 30-километровой зоне, в пионерском лагере. Вот. Жили мы в комнатах, по 8 человек в комнате. Работали по 12 часов. Каждое утро нас вывозили в Припять. Вот, и мы там жили, находились в поликлинике. Целевая аудитория, подрастающее поколение. Рассказать им из первых уст об аварии на Чернобыльской АЭС и о самоотверженности людей. Вот эта книга, как сказал Александр Иванович, как раз-таки для поколений. Те, которые будут жить и будут знать, что была такая вот в истории нашей страны ситуация, как Чернобыль. В округе проживает около 300 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Тираж книги чуть больше – 400 экземпляров. Она поступит в библиотеки и школы Одинцовского округа, поэтому будет доступна всем желающим. Карина Еряшева, Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».